8 июня на базе Каспийской гимназии номер 11 состоялся республиканский турнир по настольному теннису в памяти именитого государственного деятеля Дагестана Магомедсалиха Гусаева. Отметим, что проводится данный турнир в юбилейный 20-й раз. 6 июня Магомедсалиху Гусаеву исполнилось бы 73 года. Известный государственный деятель, первый руководитель Министерства по национальной политике и внешним связям Республики Дагестан, родился в 1951 году в высокогорном селе Цирхе Агульского района Дагестана. Его жизнь трагически оборвалась в результате теракта 27 августа 2003 года. Собралось у нас участников девочки 31 человек, мальчиков 39. С 10 регионов нашей республики. Города, районы. В ходе игры команды были поделены на 8 подгрупп для прохождения предварительных встреч до торжественного открытия. Ежегодно в турнире принимают участие порядка 150 учащихся общеобразовательных школ республики. Организатором мероприятия выступило руководство гимназии в лице директора Мурада Идрисова и семья Магомедсалиха Гусаева. А также гостями турнира стали депутат Народного собрания Республики Дагестан Марат Алияров, президент Федерации гребного спорта Республики Дагестан Магомед Амин Гаджиев, руководитель Дагестан-Стата Арсен Рустамов и другие.